Всем привет! Сегодня наконец-то у нас день розыгрыша, финальный аккорд нашего розыгрыша. Я приготовила вот такую вазочку, которую мне подарила подруга на день рождения в прошлом году. Ой, простите, сейчас я ее открою, надо же приготовиться. Такая вазочка для фруктов, я ее иногда использую по назначению, но вот видите, пригодилась нам для розыгрыша. Вчера в последний момент у нас еще появилась одна участница. Я показываю, чтобы вы видели, я выписала всех. Это я допустила ошибку, но так как размер листика позволяет вписать пока всех участников, в этот раз участников это первый розыгрыш, поэтому участников немного, но мы в тельняшках. Я перевожу на руки, чтобы было видно, что я никаких манипуляций не делаю с листком. Знаете, это розыгрыш, это такой момент. Важно, чтобы люди не сомневались в правдивости. Поэтому, простите, я сейчас все эти манипуляции буду делать у вас как бы на глазах. И самое главное, чтобы я не вытолкнула телефон из камеры. Ну, смотрите, вот как есть. Не могу я ближе, я боюсь, он упадет у меня. Как бы мне это сделать? Все, ничего не трогаю. Быстро режу роликовым ножом. Я вчера все приготовила, приготовилась уже к розыгрышу. Дочь мне сообщает, что еще один участник, и нужно срочно переснимать. Поэтому мы отложили уже на сегодня. Ну, я не думала, что... Смотрите, я буду вот так откладывать, и потом сворачивать уже. Так, этот мы выбрасываем, неправильно написанный листочек. Подровняем, чтобы... Ой-ой-ой. Вот так тупятся ножи. Вот так невнимательно тупятся ножи. Говорят, что можно лезвие купить в строительном магазине. Ну, я попробую, что это из себя представляет. У меня здесь недалеко оптовый строительный рынок. Поэтому я схожу в какой-то момент все-таки и куплю и посмотрю, можно ли ими работать. И посмотрю еще маты. Если там действительно хорошее качество и цена более доступная, то, конечно же, я себя побалую новыми покупками. И тогда я вам все это засниму и покажу. Так вот, вместо 9 участников, в самый последний момент у нас оказалось 10 участников. Сейчас я проведу розыгрыш. Мы все узнаем, кто победитель. Очень прошу победителя в тот же день связаться с нами, чтобы мы успели выслать посылку, потому как посылки из Кипра могут идти дольше, чем этого хотелось бы. Ну, будем надеяться, что все будет отлично. И будем надеяться, что следующий розыгрыш у нас будет не 10 человек, а 110 как минимум. Для того, чтобы было интересно, мы, может быть, сделаем не один приз, не одну посылку, а, скажем так. Смотрите, я у всех на глазах буду сейчас, ну, я буду по одной брать и скручивать, прямо у вас на глазах. Я не буду спешить. Просто, может быть, потом пущу на скорость слегка. Слегка на скорость, чтобы не затягивать время. Потому как время... Поплотнее. Ой, секундочку, чтобы не выйти из кадра. Чтобы было все максимально видно. 10 листочков. Вы знаете, вот волнение присутствует, как будто бы я... Так, в эту сторону, да. Как будто бы это я участвую, и как будто бы я сейчас выиграю квартиру. Ну, кто его знает, а вдруг тому, кто выиграет наш маленький презент, следующий выигрыш будет как раз равнозначный квартире или машине. Поэтому мой вам совет после этого розыгрыша обязательно принять участие в более масштабном розыгрыше. Вдруг с нашей легкой руки и с вашего везения, которое, может быть, дремит какое-то уже время, у вас вдруг... Откроется полоса невероятного везения.
и вы начнете выигрывать более дорогие подарки. А почему бы и нет? А почему бы и нет? Многие со мной согласятся, что сила мысли, сила нашего желания может работать таким образом, усиливая все эти потоки. Поэтому нужно стараться думать, не стараться, а так прям и думать, о, вот так, только в позитиве, только о хорошем. Так. Ай. Ксения Бурлак никак не хочет сворачиваться в трубочку. Никак не хочет сворачиваться в трубочку. Это нужно для подарка. Это не просто так. У меня девочки из группы спрашивали, когда выйдет видео с мышками моими. Я им показала своих мышек. Уже столько видео много на ютубе у разных мастериц. У разных шикарных мастериц с мышками. И у меня получились свои мышки. Ну, это не новая выкройка, эта выкройка давно бродит. Давно бродит, но каждый ее немного по-своему делает. Интерьерная такая мышка симпатичная. Я ее сделала по-своему. Поэтому буквально, может быть, на следующий день после розыгрыша, может, там через пару дней уже выйдет моя мышка. Моя мышка, мое видео с мышками. Ну и потом я еще планирую еще два вида мышек выпустить. Поэтому милости прошу всех на мой канал. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления. Есть ссылка на группу на моем ВКонтакте. Можно туда заходить, общаться, делиться своими фотографиями, видео. Я буду выставлять у себя на канале. Буду рада поделиться вашими работами, если вы еще не готовы свой канал открыть. Общайтесь в группе, кому интересно, подписывайтесь, общайтесь. Единственная просьба, никакой модерации, единственная просьба не ссориться и не затрагивать свои какие-то религиозные темы друг друга. У каждого может быть разное вероисповедание, я каждое уважаю, у каждого могут быть какие-то свои пристрастия. Все, смотрите, 10, 5 и 5. Ахалай-махалай. Девочки, я очень была бы рада, если бы каждый выиграл по подарочку. Ну, пока так. Проведем, посмотрим, тогда сможем проводить более масштабные и более по количеству интересные посылочки. У нас есть чем поделиться к нашей радости. Все, девочки, смотрите. Раз, два, три. Достаю. И при вас открываю. Ой, кто? Кто в доме живет? Ирина. Простите, Ирина. Я надеюсь, я правильно написала. Прошу прощения, я перевела заново на себя. Ирина Ботанова. Я так разнервничалась, что не смогла сходу прочитать то, что сама написала. Я поздравляю, Ирочка, я вас поздравляю. Пожалуйста, быстро-быстро с нами свяжитесь, чтобы мы сразу отправили посылочку. Посылочка уже запечатана. И, ну, осталось только написать адрес и отправить. А потому как это Кипр, и посылка может идти долго, поэтому, ну, поторопитесь буквально в первый же день отправить нам свой адрес. Ну, все, всех поздравляю с наступающими праздниками. Розыгрыши, я надеюсь, будут у нас проводиться еще. Мы посмотрим, как этот опыт у нас пойдет. Надеемся, все с почтой будет хорошо. Мы снимем видео отправки посылки, чтобы это было как бы понятно и наверняка. Ну, присоединим с чем-нибудь еще интересным и покажем. Все, всех целую, обнимаю. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, заходите в гости, общайтесь в группе ВКонтакте. Всем пока!